Сочинение прокопьевской школьницы оценили в Москве и включили его в большой сборник. Он называется «Детские письма о главном. С чего начинается Родина». Это итоги общероссийского конкурса «Лучший урок письма». Из 150 тысяч сочинений, которые прислали школьники, жюри выбрало чуть больше 50. Из Кузбасса в сборник попало только одно письмо. Наша съемочная группа познакомилась с его автором Машей Мариной. Дипломы, планшет, спортивный костюм и масса впечатлений о поездке в Москву остались у Маши после победы в конкурсе «Лучший урок письма». Участвовала в номинации «С чего начинается Родина». Тема для подростка непростая. Маша над сочинением думала около месяца. Я написала, что Родина начинается для каждого, это со своей жизни. Вот. И постепенно уже переходило то, что желала бы, чтобы был у нас в Прокопьевске. Я вот хочу, чтобы в нашем Прокопьевске был сад мира. Чтобы люди, поссорившиеся, приходили в сад и из инициал на своего имени из цветов высаживали. Конкурс «Лучший урок письма» проводится в России 10 лет. Школьники области ежегодно в нем участвуют. Однако в собрание «Детские письма о главном» сочинении из Кузбасса попало впервые. Педагог Маши Галина Трофименко уверена, это не случайность. Девочка любит свой город и переживает за его судьбу. Поучаствовать во всероссийском конкурсе предлагали всем ученикам школы. И только Маша написала сочинение. Она здесь и уверенность вот такую в себе показала, уверенность в завтрашнем дне города, в котором она живет. Она любит свой город, причем она искренне это делает, потому что, ну вот зная ее, клумбы она разбивает, цветы, и в школе участвует, и дома, и подружкам помогает. То есть вот она действительно об этом саде мира задумала, чтобы люди в мире и согласии жили. Вот. И поэтому ну, необычное такое сочинение, непосредственное, открытое такое, знаете. И ну, меня радует то, что и мы вообще все обрадовались, когда услышали, что Маша стала в своей номинации победительницей. Пока изданные детские письма о главном в школе не видели. Но в скором времени книга должна поступить во все регионы страны. Появится она и у нас, в детских и школьных библиотеках. Тем временем Маша и ее педагог ждут объявления нового конкурса сочинений. Елена Вилисова, Алексей Дворников, 10 канал.